С 1 января 2022 года вступили в силу положения закона об ответственном обращении с животным, согласно которым предпринимательская деятельность по содержанию и использованию животных в зоопарках подлежит лицензированию. В связи с этим в поле зрения Котласской прокуратуры попал контактный зоопарк, находящийся в деревне Студениха. Межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства в контактном зоопарке конного клуба «Три богатыря», по результатам которой установлено, что соответствующая лицензия у владельца зоопарка отсутствует. По фактам выявленных нарушений было возбуждено дело об административном правонарушении. Материалы проверки направлены для рассмотрения в арбитражный суд Архангельской области.